Друзья, здравствуйте. Суббота, 16 марта. У нас пока еще минус, но уже маленечко снег подтаивает в отдельные дни. Вот ранняя весна называется. И вообще, ну какая-то к черту Южная Сибирь. Если вон он, стою напротив персика. Ну что это такое? Ну давайте разбираться. Итак, Южная Сибирь, подчеркиваю, Южная. Это Шушинский район. Отсюда вон, раз, два, 200 метров незамерзающий Енисей. Уже микроклимат. Светлый забор, который отражает. Помните, для чего школьную физику учим? Чтобы знать, что светлая поверхность отражает солнечные лучи, темные поглощают. Почему я терпеть ненавижу? Белить деревья. А уж красить, это вообще дикость невероятная. Это чтобы отражать тепло придумали. Якобы спасая деревья. Итак, микроклимат. Это северозабор. С юга вам советую иметь отапливаемый дом. О, охрана идет. Вот, сытая, еле пролезла. Так вот, значит, получается тепловая подушка. Итак, настолько я обнаглел, что уже в середине марта, подчеркиваю, сегодня 16 марта, я взял и срезал вот эту ветку на продажу. У меня написал письмо Михаил Визигин, напомнил, я один из ваших ветеранов, пришлите мне веточки. Кстати, вот такая веточка, сейчас надо на светлый фон, вот она была отрезана, вот она, вот еще таких. Я их жалею, хотя и тут еще десяток, да больше веток по 300 рублей, 3000.